где можно посмотреть, какие вы рекомендуете планетарники и тестомесы. Вроде сохраняла, теперь не могу найти. Если говорить про спиральные тестомесы, то ну, в России сейчас это Sunmix, и, в принципе, я им альтернативы пока не нашла. У школы есть скидка, если надо будет, напишите в комментариях, когда я выложу, напишите в комментариях, я вам пришлю контакты из Кидона. Если говорить про планетарники, то, в принципе, ну, любые мы, вот у нас есть чат учеников, после того, как проходят студенты, да, как мы называем, после того, как студенты, ученики проходят обучение на любом курсе, там, онлайн или же живой мастер-класс, он попадает в общий чат учеников. У нас там такой движух, такая, движ Париж. Вот. И там очень часто обсуждаются, какие планетарники. Если говорить про общие такие характеристики, я всегда рекомендую, чтобы мощность была от 1000 ватт. Желательно, чтобы насадка была такая лопатка, как для песочного теста, и чтобы была насадка, ну, классно, если есть два крюка, хотя вот в Тамане у меня однокрючный планетарный, да, в Москве с двумя крюками. С двумя крюками мне нравится больше, если замешивать пшеничное тесто, потому что вот этот маленький крючок, он как бы сталкивает, да, и помогает тоже в замесе. Вот. Ну и плюс хорошо, если есть в планетарнике таймер, например, по замесу, чтобы было видно, да, сколько времени прошло, или там поставил 2 минуты и ушел, не знаю, там собаку кормить, мужа обнимать, детей целовать, а он себе там есть.